Добрый день, уважаемые пользователи портала Тутбай, сети зрители и сети слушатели. В эфире передача «Экономика на пальцах», 128 выпуск. В студии, как всегда, журналист Европейского радио для Беларуси Павел Свердлов. Добрый день, независимый аналитик Сергей Чалов. Здравствуйте. Ну, как бы несложно догадаться, о чем, в общем, будет львиная часть этой передачи посвящена. Два совещания, одно из которых почти шестичасовое. Вот, не пробили, правда, рекорд совещания, которые были в январе. Помнишь, было расширенное заседание в Совмине, которое происходило в самом начале этого года. Вот, ну, приблизились, грубо говоря, к нему. Вообще, мне кажется, что вот тенденция вот этих долгих совещаний, тут я немножко забегу вперед, хотя нет, не забегу, да, долгие совещания, это где-то уже было когда-то. Ну, вот, сделаем такой... И где-то, я бы даже сказал еще, да. Вот. Ну и еще, как бы, такое из последних совсем уже свежих важных событий – это принятие закона о бюджете в первом чтении. Вот. Правда, тут, собственно говоря, сюрпризов, в общем, практически никаких нет. В понедельник проект поступил, значит, в парламент, и вот уже в четверг за него проголосовали, за это время, очевидно, успев его досконально изучить. Круто, да? Ну, а как? Что ж ты думал? Нет, ну, дело в том, что, во-первых, там, в общем-то, по большому счету, по сравнению с тем, что обсуждалось, то есть то, что... Да, у депутатов были какие-то черновые варианты. Ну, и плюс были же этот парламентский час правительства, когда приходили и Минэкономики, и Минфин. Ермолович там выступал, и сам премьер там был. Ну, основные, в общем, как бы важные такие. Но все равно, понимаешь, бюджет – это конкретные цифры, которые где-то как-то меняются, вероятно, в зависимости от изменений. Да, нет, ну, дело в том, что бюджет-то как раз, понимаешь, вот что особенно интересно, что первым принимается бюджет в то время, как бюджет – это, в сущности, самый последний документ. То есть это же, ну, в общем, расчетная вещь, да? То есть то, что там заложено, основывается на прогнозах, том, что нужно принять до того. Прогнозы, правильно? Которые должны быть, значит, по темпам экономического роста, по уровню инфляции, по тому, что мы оцениваем, какие перспективы, значит, внешнеэкономической деятельности, да, какая будет конъюнктура, что там будет с нашими поступлениями там от экспортных, импортных пошлин, соответственно. Уровень доходов населения, то есть все вот эти вот базовые вещи, которые должны утверждаться, как мы знаем, указом президента, основные параметры прогноза социально-экономического развития. Раз, и плюс, поскольку речь идет о, в том числе, валютных потоках и оттоках, да, притоках и оттоках, то это параметры, основное направление денежно-кредитной политики, которое должен Нацбанк своим, значит, решением утверждать. И вот их как бы еще пока нет, а уже обсуждаем то, что да, и что является расчетной величиной, основанной на этих параметрах. Значит, ну, какой из этого можно сделать вывод? Значит, ничего, никаких сюрпризов уже по тем оставшимся, в принципе, по большому счету, да. То есть я думаю, что можно уже говорить, что на следующий год запланировано. Значит, соответственно, эти 3,5% экономического роста, соответственно, 11% это инфляция. Вот, ну и... Можно ли сказать, что сюрпризы позади? Ну, я думаю, что сюрпризы впереди, в том смысле, что у нас, как бы, понимаешь, в общем, как мы говорили в прошлой передаче, эти планы на год сейчас имеют, в общем, такое, ну, знаешь, значение очень небольшое, как Кейнс говорил, да, что... Работа экономиста в большинстве случаев бесполезна, потому что все, что они могут сказать, это то, что в долгосрочной перспективе все будет в порядке. Так вот, прогнозы на год сейчас, это для в условиях сложившихся, которые будут, ну, а сейчас, это примерно как вот долгосрочная перспектива, потому что размер, что ли, вещей, ну, так сказать, неопределенность на ближайший квартал столь велика, что, в общем, достаточно бессмысленно. Что, в принципе, правительство может уйти за квартал. Вот, да, в том-то и дело, во-первых. Да. Бюджет на год. Но я думаю, что тут более важно психологическое некое значение того, что у страны будет бюджет. Но при этом бюджет мы принимаем, ну, кстати, в последних числах декабря. Кстати говоря, да? Ничего страшного в том, что бюджет, скажем, его бы не было, тоже нет. Потому помнишь, что когда? Традиционно же просто страна продолжает работать в тех же пропорциях, в котором и был... В прошлом году в октябре был принят бюджет. Да, помнишь, да, когда да. В прошлый раз был принят бюджет в последних числах декабря? Это был бюджет на 2012 год, 2012, который был принят в конце 2011, ну, 30 конечно, там же декабря. Устанавливались только параметры...
да. чувствуешь, да, и вот тот и тяжелый 11-й год. Разве на 10-й тоже такого не было? Мне кажется, не помню. Нет, ну, может быть. А вот. Тяжелый 11-й год и, в принципе, довольно легкий 13-й год. Да? Ну, я думаю, что, тут как раз, в общем, скорее лучше позже, чем раньше, потому что ну, в данном случае все-таки точнее получаются эти прогнозы, потому что приняты так задолго на основании очень оптимистичной первой половины года 12-го на 13-й год все эти планы, да, в общем, они как бы и оказались весьма не близкие к... Да. Реальности, да. Так вот, собственно, по бюджету, значит, не очень хочется там сильно вдаваться в какие-то детали, потому что многие вещи уже как бы звучали и... И вообще нужно дождаться подписи президента, ну, под бюджетом. А плюс, нет, ну, в любом случае, ясно, из этого бюджета одна очень простая вещь, да, значит, он... Под девизом, значит, денег нет. Соответственно, их нужно искать везде, где только можно. Соответственно, значит, и у тех, значит, у кого можно взять. Вот. Взять можно где, значит, это, ну, естественно, население и, в общем, частный бизнес частично. Да? То есть, ну, по крайней мере, повышение акцизов на все, ну, в общем, как бы говорит о том, что... Деньги ищут. Да. Ну и плюс, значит, туда же заложены, ну, мы это в прошлой передаче рассказывали, вот это хитрое повышение тарифов ЖКХ на 5, значит, долларов из расчета на среднюю семью среднего размера квартиры и с индексацией, значит, ежеквартально. Вот. Ну, там, в общем, так, проценты такие повышения акцизов, я тебе скажу, весьма впечатляющие. То есть там, в общем, десятки процентов везде. Вот, что сигареты, что алкоголь, там, вот, что с топливом. Ну вот, вот, единственное, что не прошло, вот, что действительно, вот, скажем, интересного, да, это так вот и... из серии, как, знаешь, значит, Холмс, Ватсон, вы не заметили чего-то необычного, да, в этой собаке, она же не лаяла, так вот именно это, то есть тут интереснее не то, что было принято, а то, что было не принято. Ну, во-первых, долго обсуждался предложение, значит, госком имущества. Ну, у них же вот эта старая идея максимального вовлечения в хозяйственный оборот, значит, либо незавершенного строительства, да, долгостроя, либо неиспользуемых площадей. Ну, в общем, и предлагалась идея в виде чуть ли не десятикратного налога, да, совершенно верно, налога на неиспользуемое имущество. Да. Да, 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 да. Неиспользуемое и неэффективно используемое. Вот так это называлось. Ставка налога на недвижимость и земельный налог. Причем там ну, не означало, что в 10 раз он предполагался к повышению. Имелось в виду, что местным советам давалось право его увеличивать, значит, до ставки там, до 10 раз. Вот. И плюс там еще предполагалось по... Не только, значит, неиспользуемым или неэффективно используемым, но еще и по долгострою. То есть сверхнормативное строительство, которое осталось незавершенным, можно обложить. На него до 5 раз предполагалось сделать. Значит, вот этот... Не прошло. Не прошло, да. Значит, ну и не прошел, конечно же, и самое налог. Интересное, что вообще нет. Но дело в том, что тут я как раз удивлен. Вот как раз это сюрприз. Потому что мне казалось, что это, ну, вот тот самый случай, когда так, наше правительство могло гордиться таким, ну, вот такой интересной мерой, да, то есть, как бы, ну, представляешь, сколько весь мир бы об этом бы, я думаю, что написал бы, да. Вот, и как раз налог, значит, на этих самых, ну, как мы их говорим, на тунеядцев, но на самом деле там официальное обоснование было такое, на тех, кто не имеет официальных источников дохода и не, значит, и не участвует, соответственно, в формировании доходной части бюджета, значит, бюджета и фонда социальной защиты населения, но пользуются этими самыми социальными благами, которые, собственно, и оплачиваются из вот этих самых фондов. Вот. Вот знаешь, я тебе хочу сказать, что имиджевая борьба вокруг этого закона уже абсолютно проиграна, потому что весь мир уже написал. О том, что такая идея приходила в голову. Да, планируют обложить налогом на тунеядцев, собираются, да, и все остальное. Просто теперь все эти СМИ не напишут о том, что этот налог не введен. Ну, да, и... Вот, но интересно вот что, ведь по какой причине он не прошел? А
Да, да, я помню. Ну, вот, ну можешь продолжать. Да, потому что все-таки не был определен механизм, по которому... Как найти можно этих самых тунеядцев. Отделить зерна от плевел, да, трутней от пчел. Самое смешное, что я же уже рассказывал, что это... Ведь, ну, третья итерация попытки, вот, значит, собрать с этих людей деньги, да? Mm-hmm. Значит, первой такой идеей было, если ты помнишь, значит, когда была еще перепись, да, 10-го года, то, так, значит, по итогам ее там был же вопрос относительно того, безработный вы или нет, да, из которой получалось около 6,5% людей, назвавших себя. Ну, понятно, что это не по научной методике, конечно, делается, да, то есть она на самом деле, безработица у нас чуть ниже, 5,6%, угу. Вот, по итогам 2012 года. Это вполне официальная цифра, имеется в виду не та, которая вот стоящих на учете, а те, которые действительно являются незанятыми. Вот. И после этого участковым, если ты помнишь, да, было даже такое поручение, значит, проводить типа мониторинг, выявлять вот такого рода элементов с тем, чтобы, ну, составить, что ли, их там реестр, там, не знаю, или что-то еще, потому что если бы это удалось сделать, то, понятно, тут же автоматически налогооблагаемая база бы возникала. В итоге оказалось, что, естественно, ну, во-первых, это сделать технически сложно в силу того, что и так участковым есть чем заняться. Ну, в общем, это не прошло. И еще одна была попытка, это 2011 год, когда, если ты помнишь, ну, тогда шла речь скорее о части этих, значит, тунеядцев. На самом деле они, конечно, не тунеядцы, а гастарбайтеры, которые уехали. Была идея, значит, вот они там зарабатывают, налоги здесь не платят. В то же самое время их семья здесь находится, значит, пользуются льготами там, и субсидируемыми услугами, включая ЖКХ. Давайте их, мол, таких вот, значит, семьи заставим платить услуги ЖКХ по себестоимости. Это президентская такая идея была. Ну, вот она тоже, в общем, не прошла. Вот, соответственно, наиболее близким вот попыткой приблизиться, значит, к решению этой вот задачи, это вот, был именно, да, вот этот налог, да. И... Ну, я со страхом жду четвертой попытки, которая... Имеешь в виду, что... А, ну, нет, дело в том, что если идея есть, да, то очевидно, что так или иначе, но какой-то вариант, да. Судя по третьему подходу, это довольно навязчивая идея. Вот, ну и самое смешное, что как бы буквально вот два основных возражения, про которые я говорил, почему, вероятнее всего, он работать не будет. Это, да, с одной стороны, сложно найти. С этим столкнулись еще в предыдущих попытках. Отделить действительно тунеядцев от, на самом деле, как бы, там, людей, занятых в серой там какой-то сфере там, или еще что-то в этом духе. А второе, это то, что даже если вы найдете этих самых там алкоголиков, тунеядцев, там, бомжей и так далее, то что вы с них... Да, то есть, нет, конечно, у них возникнет обязательства перед бюджетом, если это, поскольку это ж налог, это обязательный платеж, ты от него отказаться, значит, не можешь. Соответственно, что это? Будет рост этой самой задолженности и по штрафам, значит, и что? Ну, судебные, да, какие-то, значит, иски по поводу насильного принудительного взыскания, да, да, там, обращения на имущество или еще что-то в этом духе, понятно, что... Короче, если денег нет, то даже введя налог, ты их, ну, не соберешь. Тут уже, как это, выжили, да, из этого самого все, что... Вот, все, что можно. А что касается бюджета, еще можно сказать, что... Расходы на культуру сокращаются довольно серьезно, не увеличиваются. И правильно. Президент же говорил, что хватит уже у нас, мы на социалку, помнишь, это же уже второй год об этом идет речь, что мы на самом деле уже этого всего настроили. Дворцов, арен ледовых там и так далее и прочего. Теперь нужно обратить внимание на реальный сектор экономики. То есть об этом, в принципе, впрямую говорилось, и, в общем, надо было готовиться, что так оно и получится. Да, я надеюсь, что ребята готовились, да? Вот, вот. Не увеличивается образование и здравоохранение. Там же речь идет о том, что будет проводиться нечто вроде оптимизации, как у нас любят говорить, численности, то бишь уже проводится, повышение, наверное, да, будет таким же способом доходов, как сделалось это с чиновниками, вот этими, значит, сокращения на четверть. Вот, то есть и там тоже вот будет нечто аналогичное, поэтому расходы, в общем, строго говоря, не увеличатся. Да, и чтобы еще было понятно, мы как раз об этом с тобой говорили перед самым началом передачи, о том, что увеличение доходов на бюджет республиканского на 19% вот, означает на самом деле увеличение не к
к проекту, или точнее закону о бюджету, который был на 2013 год принят, в 2012, а к тому, что получается по факту исполнения этого бюджета сейчас. Которого, на самом деле, то, что никто не знает, потому что закона, корректирующего бюджет, совершенно тоже верно, еще нет. Но, скажем так, минфиновские оценки, я думаю, что они достаточно точны, в том смысле, что там экстраполяция несложная, они получали выпадающие доходы порядка 9 триллионов, то бишь вот как раз примерно, я думаю, на этом... 9 плюс 7 получается где-то, ну, понятно. Примерно это как бы цифра, да, и есть. Да, еще один интересный момент, когда в бюджете видно, то есть нет уже еще, как я говорил, вот этого прогноза социально-экономического развития, но, по крайней мере, иногда видны вещи, из каких предположений, соответственно, какие исходят были вводные, изложенные в бюджете. В частности, да? Поскольку речь идет о доходах от внешнеэкономической деятельности, поступлений, и включая акцизы, виноват, НДС, который точно так же считается с этих самых внешнеэкономических сделок, включая экспортные пошлины и так далее. Вот, очень интересная цифра, заложенная в бюджет, точнее, две их, это экспорт калийных удобрений. То есть там мы фактически показали планируемую величину объема и планируемую среднюю цену продаж. То, кстати говоря, против чего очень сильно протестовал сам Беларусь-Калий, потому что, значит, ну, цифра эта выходила очень небольшая, значит, я ее назову, уровень $306 за тонну. То есть, грубо говоря, вот 300 сейчас они примерно на всем рынке лежат, то есть мы никакого, строго говоря, роста не ожидаем. Наоборот, опускаемся до предсказанного. Абсолютно точно. Заключенным, ну, да, то, что, Гертнером. Ну, на самом деле, в общем, я думаю, что и не без, без Баумгартнера, без его предсказаний туда эти цены опустились бы просто в силу распада картеля. Ну, вот, тем не менее. И Беларусь-Калий как раз очень сильно протестовал против этого, с тем, что им гораздо сложнее после того, как уже показано, на что страна рассчитывает, продавать вести, дороже. Конечно, да, переговоры там и так далее. Теперь, после этого, я думаю, что вряд ли, в общем, ну, скорее всего, по этой цене продажи это в лучшем случае и пойдут. Да, и плюс это, значит, объем 6,6 миллиона тонн. Это достаточно приличная величина. Я бы даже сказал, что это, ну, нормальный такой рост планируется. И самое смешное, что о том, что это оптимистичная величина, об этом открыто сказал и сам министр финансов, когда этот проект представлял. Да. Фраза дословная была такая. Возможно, с учетом ситуации на внешних рынках, здесь присутствуют некоторые завышенные ожидания. Ну, конец, мне кажется, что цитаты. Как раз по 306, там, по 306 можно, я думаю, можно продать 6 миллиардов, ну, наверное. Это тот самый случай, когда вопрос, как, ну, 6 миллионов. Цены, да, да. То есть, хочешь продать больше, значит, будешь продавать дешевле. Потому что, кстати, то же самое ведь разговоры шли и про Уралкалий. Много же было вот этой пиаровской составляющие, когда они показывали, смотрите, как у нас классно идут продажи, да, включая, значит, колесным транспортом в вагонах в Китай по железной дороге. Вот. И при этом они не называли, естественно, цены, про которым это было. И, в общем, как бы по слухам из российских источников, значит, они в СМИ называли, что там чуть ли не они отдавались, лишь бы просто были объемы. То есть им нужно было показать, что они могут, ну, притворяют свою угрозу в жизнь. Вот у них с продажами все в порядке. Ну, с бюджетом, я думаю, в принципе, все. И, как мне бы... кажется, что больше всего тех, кто смотрит программу, сейчас интересует, что же там такого нового учудил Нацбанк. Сейчас, подожди, я немножко не об этом. Значит, завершая тему бюджета, я, значит, пользуясь случаем, что называется, я хочу отрекомендовать вот буквально недавно, значит, созданный вот этот проект моими хорошими знакомыми. Значит, действительно, серьезная очень работа была проведена в том смысле, что как наглядно показать обывателю то, значит, как, собственно, наполняется бюджет и на что потом, значит, пропорционально эти самые деньги тратятся. Вот. И плюс, что еще интересно, там, помимо всего прочего, там бонусом идет очень такая хорошая вещь, в том смысле, что ведь как бы сколько стоит наша, собственно говоря, зарплата работодателю, который, скажем,
решает вот, создать рабочее место. Конечно. Да-да-да-да. Вот это вот все очень интересно. Значит, сайт этот называется Коштурада, сам проект называется Коштурада. Вот вы видите сейчас, значит, этот адрес. Вот. Ну, по понятным причинам так называется и адрес. Фактически речь идет именно о том, что там очень все действительно наглядно в качестве таких вот... Да-да-да. И плюс там еще можно поиграться ползунками, значит, подвигать пропорции, посмотреть, скажем так, составить бюджет, ну, что ли, своей мечты, посмотреть, в общем, будет он больше, эти расходы, или получится даже меньше, и так далее. Вот, значит, почему я об этом говорю? Потому что в действительности, ну, на самом деле, очень непростая работа была. Проект занял, в общем, реализацию его дольше времени, чем планировалось. И, в общем, по причине вполне понятной, в силу того, что те данные, которые им пришлось собирать и агрегировать, они при том, что, в общем-то, где-то и есть, но они либо разбросаны очень сильно, либо где-то запрятаны, либо даже, в общем, как бы с неохотой, да, в общем, как бы предоставляются. Конечно, и там еще не вся, в общем, детализация, которая могла бы быть. Вот, но, скажем так, из того, что доступно, значит, без каких-то агентурных, значит, исследований, я думаю, что это максимум, что в этой ситуации можно было сделать. В общем, очень рекомендую. Проект вполне в духе экономики на пальцах. Можно взять и посмотреть. Ну, да. Потрогать даже. Вот, да, действительно, это очень-очень важно, потому что хотя бы, ну, становится примерно понятным, скажем, содержание отдельных там статей, которые, помнишь, как на прошлый год принимался бюджет, и там когда дали в СМИ совершенно только агрегированные такие статьи, типа там «Общегосударственная деятельность». И все, ой, ужас какой, там же там такой рост, а ну, при этом забыли, что в эту общегосударственную деятельность включаются же расходы на обслуживание внешнего долга, который как раз и вырос по сравнению с 2012-2013 году достаточно существенно. Значит, по тому, что произошло, коротко так вот, в экономике за статистические данные, значит, уровень инфляции за месяц сейчас появился 1,6%, снижение по сравнению с прошлым месяцем 1,9%, но по-прежнему речь идет о том, что базовая инфляция ниже, чем совокупная, это означает, что это все эффект, в большей степени это влияние государства, да, на именно рост регулируемых государством цен и тарифов. Ну, а то, что перелетаем, и, кстати говоря, ведь заметь, что и планирование инфляции на следующий год, она ведь тоже, вот, скажем, ну, в нижние десятки, что ли, да, то есть 10 там с плюс, да, с небольшим. То есть у нас планировали 12, сейчас планируют 11, но смысл здесь вот очень важный момент какой. Я уже давно вот заметил, это есть такая вот особенность нашей именно структуры экономики, и с этим сделать что-то очень сложно. То есть, скажем так, инфляция выше 15% – это в чистом виде монетарный феномен. Это явно означает, что денежно-кредитная политика необоснованно мягкая. Вот. И, в принципе, как с ней бороться, значит, Нацбанк давным-давно хорошо знает. Это как раз зажимание денежного предложения и, в общем, как бы остановка, как у нас называют, печатного станка. Но при этом, значит, вот эти меры по снижению инфляции, они вот, как бы, грубо говоря, вот есть такие плотные слои атмосферы, ниже которых очень сложно, значит, вот уже это с большим сопротивлением уже идет это снижение инфляции. Это как раз примерно где-то около процента в месяц. Вот, то есть можно, конечно, значит, это как понижать температуру, да, можно и ниже 36,6, да, но, в общем... Ну, надо в ванну со льдом тогда, ну, и так далее, это, да, неприятно. И тут то же самое. То есть, конечно, и Нацбанк тоже может, в принципе, теоретически эту инфляцию сделать меньше. У него есть для этого, в общем, как бы все рычаги, но это будет уже означать, скажем так, ненормальное функционирование реального сектора экономики. Это будет означать ухудшение финансового положения предприятий, будет означать, вероятнее всего, даже экономический спад, ну, и, по крайней мере, промышленный спад. Вот. Но я к тому, что нет, цифра-то как раз ненормальная. То есть любая инфляция двузначная, она велика, по-прежнему велика. И во многом именно из-за этого, из-за того, что она такая, в общем, большая, у нас искажаются и финансовые показатели, которых как раз, на которые все время любят ссылаться, по второй год уже министр экономики Николай Снопков, что искажаются
статистика, сложно считать экономику в рублях, давайте будем ее считать в попугаях, в долларах. Вот, а там мы хорошо выглядим. Вот. Но и плюс это все-таки действительно момент, когда, ну, скажем так, психологически даже валюта своя еще, в общем, не воспринимается как достаточно надежная. Вот. И это, я подчеркиваю, это именно проблема структуры нашей экономики, а именно то, о чем я многократно рассказывал, преобладающая доля государственного сектора, наличие предприятий, которые не привыкли жить в условиях жестких бюджетных ограничений. Когда жесткая денежно-кредитная политика в первую очередь проводится через сектор, ну, оказывает влияние непосредственно на сектор частных предприятий, а государственные компании... как занимают, независимо от того, высокие процентные ставки, низкие процентные ставки, ограничивается кредит, не ограничивается, они продолжают их брать просто в силу того, что многие из них просто без них просто тупо бы остановились, потому что у них даже на элементарно поддержание жизнедеятельности, на пополнение оборотных средств требуется постоянное наличие кредитных ресурсов, а в силу того, что, как я уже говорил, их спрос по процентной ставке очень неэластичен, получается, что, в общем, как бы дальше вот, ну, то есть та экономика, которая может реагировать на нормальные рыночные монетарные стимулы, она занимает всего 30%. Остальная, вот она по-прежнему советская, и она вот с завидным постоянством, что с ней не делай, то есть там ниже, еще раз говорю, можно потенциально заставить и инфляцию уйти в одноцифровую величину, вот, но тогда это будут уже проблемы именно госпредприятий. Значит, это по инфляции. Статистика по покупке и продаже иностранной валюты за ноябрь. Значит, ну, в общем, как бы она подтвердила то, что я говорил, то, что, в общем, уже рассказывал Тарас Надольный, что население продолжает покупать, но, в общем, как бы снижает, значит, свой объем покупки. Кстати, снижает и объем продажи. То есть там интересный нюанс. Скорее всего, это связано с тем, что это вот как из серии «желания есть, возможности мало». То есть, грубо говоря, рублей на руках у людей становится меньше. Но желание превращать их в наличную валюту... Превращать доллары в рубли, В рубли в доллары. Не пропадает. То есть они по-прежнему покупают... Не пропадает, но ты же говоришь, что продажа тоже снижается. Снижается, но и покупка снижается. Но сальдо по-прежнему остается в 200, там, почти 40 миллионов долларов в чистом виде нетто в покупку. Не пропадает желание покупать доллары, но не пропадает и желание сохранять доллары. Я же об этом и говорю. То есть фактически речь идет о том, что снижение объемов покупки означает просто снижение количества располагаемых средств у домохозяйства. Кстати, логично. Да? Новый год, да? Собственно, все что-то покупают. Вот. Значит, и плюс, да, то, о чем я говорил, это то, что снова вылезли в плюс, имеется в виду нетто-продажа, значит, у субъектов хозяйствования резидентов. Вот. Ну, а не резиденты, они традиционно, значит, у нас являются покупателями, поэтому тут, в общем, как бы они каждый месяц... В общем, все достаточно стабильно, за исключением всплеска, который был в мае. А так там такая величина, в общем, достаточно предсказуемая. Вот. И в прошлом году еще был всплеск вблизи апреля-марта. Ну и все. По-моему, по сальдо даже тоже появилась статистика между программами. Там, в общем, как бы я же про внешнюю торговлю товарами, в общем, уже рассказывал, что там... Ну, там октябрьские данные еще пока. То есть там речь идет о том, что... Там услуги немножко получше. Да, но на самом деле внешняя торговля именно товарами, она снова вернулась в величину, которая была за два месяца до этого, когда еще казалось, что, ну вот, может быть, пойдет некое улучшение, да, то есть там... Был август достаточно нехорош, сентябрь был чуть получше, октябрь выдал фактически вот величину, сравнимую с худшими месяцами 2012 и, соответственно, 2013 года. То есть, в общем, как бы не похоже, что какие-то улучшения во внешнем секторе происходят. Ну и, значит, данные по золотовалютным резервам. Значит, сокращение на 355,5 миллионов долларов. И вот тут у меня появляется некое недоумение, потому что я, честно говоря, не очень понимаю, почему так мало.
Потому что, ну, во-первых, мы же знали величину... То есть откуда, если мы 700 заплатили миллионов по внешнему долгу, откуда плюс, мы взяли еще 350? Судя по всему, ну, опять же, плюс, мы не знаем... население внешне... все-таки... Смотри. Угу. Мы не знаем пока еще статистики, скажем, внешней торговли по ноябрю, но очевидно, что оно вряд ли будет намного лучше, чем... Ты сказал, что вряд ли она в плюс выйдет. Ну, давай несомненно, смотреть правде в глаза. Там отток, да? Население по-прежнему продолжает покупать, хотя покупать. И, значит, снижать. Снова обслуживание отток. Внешнего долга по сравнению с октябрем, в общем, такое же примерно. Плюс у меня, я не, ну, это версия, как бы я сразу предупреждаю, что это, в общем, такая догадка. Потому что, почему это догадка? Потому что это построено, в общем, на соображениях, ну, как бы, как сказать, обыкновенной логики, на основании данных, которые все-таки немножко искажены тем или иным способом. А именно на основании данных операции предоставления ликвидности и данным по остаткам собственных средств на счетах коммерческих банков. То бишь, то, что я рассказывал, что видно было, что было несколько буквально волн оказания поддержки рублями коммерческим банкам, но при этом их величина собственных средств, как ни странно, не увеличилась, а даже слегка уменьшилась. Угу. То есть куда-то эти деньги пошли. И вряд ли они пошли там, ну, на какое-то кредитование, потому что, как мы только что к этому придем, с кредитованием мы знаем вообще, что сейчас происходит. Да? Соответственно, ну, кроме как предположить, что это деньги были превращены в иностранную валюту, может быть еще что-то, но вот такая версия у меня есть. И почему мы этих потоков не увидим, если это была покупка на свою позицию банками, то она никак не отражается в статистике, потому что мы знаем только статистику покупки и продажи банкам. Физическими лицами, юридическими лицами-резидентами, юридическими лицами-нерезидентами. Если на бирже банки осуществляют не клиентскую покупку или продажу на валюты, а на свою собственную позицию за счет своих собственных средств, это никак не отражается... Они не сдают заявки. Да. Нет, они есть, но я к тому, что нет этой статистики. Есть статистика вот по самим приходу... отходу валюты у коммерческих банков в остальной реальный сектор. А в саму банковскую систему этого не видно. Вот. И иными словами, у меня, в общем, как бы есть такое подозрение, что где-то все-таки мы в прошлом месяце деньги нашли. Я скажу так, что если со свопами ты Нацбанк довольно быстро рассекретил, да, то сейчас, похоже, ему удалось найти какой-то более хитроумный способ. Нет, я думаю, что это, скорее всего, просто, ну, скажем, если действительно эти рассуждения верны, что, в общем-то, как бы я не готов за них уж там окончательно поручиться, но я думаю, что несколько сот миллионов где-то в октябре каким-то образом было найдено, и, может быть, это были как раз результаты и последствия визита в Азербайджан, например. То есть президента. Кто-то дал, ну, например, да. Какой-то кредит. Да. Вот. А в силу того, что статистика внешнего долга у нас же собирается, дается только квартально, и то не быстрыми темпами, да, то бишь мы это увидим только вот где-нибудь в следующем феврале. Году. Да, 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 совершенно верно. Вот. Но пока это такой вот educated guess, что где-то, значит, все-таки каким-то образом... Ну, потому что, еще раз говорю, очень сложно предположить, что где-то вот нашелся поток средств, который позволил... Еще очень велика дырка, которую нужно было закрывать. Да-да-да, совершенно верно. Я думаю, что она, кстати, порядка 400-500. Ну, вот я примерно об этой долларов, величине, да? И говорю, да. Это может быть транш антикризисного фонда, ну, например. Но его-то нету до сих пор. Не объявили, да, про него. С траншем антикризисного фонда вообще ситуация интересная. 10 числа декабря должно было состояться заседание, собственно, совета... значит, управляющих этого самого фонда, должно было приниматься решение о предоставлении либо не предоставлении этого последнего транша, оно сейчас перенесено. И перенесено на некий там неназванную дату. Ну, то есть понятно, что где-то в ближайшие дни, но эта дата точно, как, значит, непонятно, где, значит, она находится. Вот. Ну и интересная композиция этих самых золотовалютных резервов, значит, а именно продолжающееся катастрофическое снижение статьи «Прочие активы». Ну, то есть это то, о чем я говорил. Значит, в Нацбанке же тоже, в общем, умные люди сидят, они прекрасно понимают, что
самое важное для них – это составляющие резервные активы в иностранной валюте, потому что это именно то, что позволяет демпфировать возможные внезапные, там, будет такое, не дай бог, там, панические какие-то, значит, настроения населения. Как мы знаем, оно способно в течение месяца выносить почти миллиард. В течение двух недель. Трех недель, да. Но вот, тем не менее. Ну и декабрь 10-го тоже был примерно под 900 миллионов. Так что вот эта вот величина, которая может просто понадобиться в силу того, что нужно будет сейчас, да, деньгами тушить пожар, да, вот она как раз в течение даже этого года даже выросла. То есть она была и выше. Вот, и это было главным образом за счет того, что сокращалась вот именно доля тех самых прочих активов. А что это за прочие активы? Главным образом, это тоже валюты резервные, но которые не считаются долларом и евро. Чаще всего. Почему там мы, как правило, держали довольно большую долю? Вот, в частности, мы по итогам 2010 года, тогда же, кстати говоря, это, вероятнее всего, и было ошибкой. Потому что именно вот композиция резервных активов в иностранной валюте, она была на самом деле всего треть от всех резервов. Вот. А почему так делается? Ну, потому что сам понимаешь, что чем надежнее валюта, тем меньше процентные ставки там. В рублях, естественно, доходность выше, поэтому выгоднее было держать вот в таких вот более мягких, что ли, валютах. Вот, собственно говоря, вот этот... Скажи, а когда российский рубль дешевеет относительно доллара, мы, получается, тоже теряем? По идее, да. Так же, как это с монетарным золотом, которое подешевело. Может, при том, что его подорожать. Да? Ну да, то есть оно, собственно, в долларовом выражении-то и уменьшилось, в отличие, скажем, от двух последних месяцев, именно из-за того, что там, в общем, продолжался падение стоимости доллара. В общем, как бы... Ну, золото, наоборот. Да, падение стоимости золота. Как раз у нас в мае где-то даже была передача, которая была этому посвящена, и, собственно, об этом мы и говорили, что, вероятнее всего, эта тенденция будет продолжаться. Вот. Ну, по дефициту внешней торговли тут мы уже, в общем, тоже прошлись о том, что ничего, как бы... А, еще из бюджета одна цифра, значит, из всех источников планируется 1,3 миллиарда долларов найти заимствование. Имеется в виду и внешних заимствований, да, то есть будут ли это евробонды, будут ли это какие-то кредиты, значит, международных финансовых организаций, либо еще что-то, да, может быть, межгосударственные какие-то кредиты, ну и внутренние займы. Я так понимаю, что здесь заложены планы примерно пополам найти, значит, выпустить евробондов где-то, наверное, на 800, наверное, 700, и примерно столько же внутренних займов. Собственно говоря, внутренние займы продолжаются. Вот буквально 16 числа, значит, 4, 5, 6 выпуски, значит, валютных обязательств Минфина будут размещаться. Там как раз для физлиц общим объемом 50 миллионов, так 7% годовых. Полминутка рекламы. Ну, нет, я просто к тому, что вот, 7% годовых. Это та величина, которая, кстати говоря, мы же ее видели и у юридических лиц. То есть все, что 7 плюс, создает спрос, все, что ниже 7, значит, спроса нет. Да? То есть вот получается, что и для физлиц примерно то же самое. Вот. Ну, еще довольно такая интересная была вещь. Был семинар, на котором участвовал экономист Департамента внешней торговли Всемирного банка. Это 10 декабря было. Значит, там как раз он рассказывал о том, как Нацбанк видит нашу внешнюю торговлю. Ну, что с нашей внешней торговлей мы знаем. Там, в общем, сокращение по всем позициям. За исключением одной, молоко как бы в Россию, только там, в общем, есть рост. И причем сокращение даже не конъюнктурных вот таких вещей, как нефтепродукты, там растворители-разбавители, там смазочные. Ну, то есть вот эти вот креативные эти вещи, да, все. Вот, но и наши традиционные продукты, например, продукция БМЗ, скажем, там тоже с этим делом проблемы, не говоря уже о машиностроении. Да, совершенно верно. Вот, и он как бы, в общем... Сказал о том, что это к вопросу о том, что у нас, значит, структурная перестройка проходит, да, значит, на самом деле нет, что, скажем, с точки зрения внешней торговли у нас, в общем, как он выразился, в 2011 году Беларусь экспортировала примерно столько же товаров, ну, имеется в виду товарных позиций, да, не в штуках, конечно, а что и в 99-м, то бишь, грубо говоря, практически никаких изменений нет, а вот
если уже смотреть по штукам, то происходит даже, ну, не сказать деградация, ухудшение ситуации, потому что происходит концентрация экспорта. Как раз нефть, нефтепродукты, калийные удобрения и металлы, они, их доля постоянно увеличивается. Mm-hmm. Ну и, соответственно, то, о чем я рассказывал, то есть непосредственно, поскольку это товары как бы либо сырьевые, либо первого передела, это означает, что сколько-нибудь товаров с высокой добавленной стоимостью, там, и с интеллектуальной составляющей, там, и высокой степени передела, они, в общем, то, чем Беларусь когда-то могла в советское время гордиться, то, в общем, и сокращается, к сожалению. Ну, это просто так, к слову о том... Советское время тоже не зря упомянуто, я думаю. Наверняка, да. Очень много в последнее время было отсылок к советскому времени. Вот. Еще, значит, прежде чем переходить к, ну, от макростатистики к, значит, к тому, что на финансовых рынках, да, происходит, значит, наконец-то подготовлен проект закона о ценных бумагах, о рынке ценных бумаг. Ух ты. Готовился огромное количество времени, значит, больше 3 лет так точно, угу. Вот. Причем там вообще получилась ситуация анекдотическая. Ну, во-первых, ты помнишь, что у нас рынок ценных бумаг, скажем так, правовая возможность для его существования появилась только в 2008 году. Uh-huh. В 98-м она была закрыта пресловутой золотой акцией. 10 лет просуществовал инструмент этой самой золотой акции. В 2008 году их отменили. Буквально в начале 2008 года там же было дано поручение в течение первого квартала, значит, правительству подготовить методические рекомендации для выпуска ценных бумаг существующих вот как бы государственных даже предприятий. И я видел даже подготовленную эту записку, то есть там целый алгоритм был, как там с помощью SPV, там зарегистрированный где-нибудь там в офшоре, там как все это, в общем, делается. Вот, то есть нормальная такая схема, как это все работает везде, в общем, да, mm-hmm. с поправками на нашу социалистическую действительность. Вот, но тут буквально, значит, разразился мировой кризис, лето-осень 2008 года, соответственно, значит, ничего с этим не случилось. Вот, и вот где-то примерно только по окончанию этого кризиса снова начали готовить этот проект закона о ценных бумагах, а тут... Бах, откуда ни возьмись, у нас таможенный союз, ЕЭП, и нужно, значит, гармонизировать эти самые правовые наши нормы с нормами таможенного союза. Ничего страшного, я думаю, что нам помогут. Да, так, вот. Я просто к чему, что когда-то еще, когда я, в общем, в администрации президента работал, это было вот моей мечтой, вот... Понимаешь, сделать так, чтобы наконец у нас в нашей стране полноценный рынок ценных бумаг функционировал, потому что, ну, это как объяснить? Я даже сложно даже сказать, переоценить значимость этой вещи, угу. Потому что ты же видишь прекрасно сейчас, что, скажем, возможность получить финансирование для предприятий, кроме как банковских кредитов-то, в общем-то, для них ничего и нет. Они даже облигационные займы-то не очень-то еще умеют использовать. Вот. Извините, тут маленькая техническая проблема. Да, я, в общем, продолжу, пока Паша тут занимается своей техникой. Да, так вот, о чем идет речь? Значит, закон, как бы, законопроект, точнее, к первому чтению готовится, это, конечно, все очень здорово, вот, но за все те годы, как, пока у нас этого фондового рынка не было, значит, население, в общем, и забыло и представлять о том, что это такое может быть. Ну да, как торговать акциями. И что это вообще такое, и зачем? Потому что, ну, что такое акции, они-то, в общем, еще с момента приватизации, с льготной, когда трудовым коллективам эти акции доставались-то, в общем, они у них были, но в силу того, что рынка никакого не было, а дивиденды, как мы знаем, там, в общем, очень смешные, то, соответственно, отношение к акциям такое очень забавное. Вот, mm-hmm. И как раз-таки вопрос вот финансовой грамотности стоит очень остро, в том смысле, что...
культуру в этом вопросе придется здорово повышать. Вот. А по вопросу финансовой грамотности, кстати, это я так уже лирическое отступление, довольно, да? Забавную вещь скажу. Значит, было исследование, которое проводил вполне себе, значит, официальный институт социологии Академии наук вместе с одной из платежных систем. Ну, они спонсировали. Вот, потому что у нас же есть же планы Нацбанка увеличения числа доли безналичных расчетов там населением и так далее, внедрение всех этих вот там карточных продуктов и прочего. Там был в качестве вопроса, значит, какими финансовыми услугами вы пользуетесь. Вот. А, значит, как ты думаешь, какие были две первые позиции? Снимаю деньги из банкомата. Вот, это была третья позиция. А первая, это вот совсем смешно, значит, финансовая услуга. Оплата коммунальных платежей. Ну, правильно, прихожу и... Вот. А второе, как... Даю деньги в окошко. Да, а второе, как несложно догадаться, это обмен наличной валюты. Прихожу и даю деньги в окошко. Совершенно верно. То есть вот, ну, я даже не знаю, так тут смеяться, в общем, грешно, потому что тут скорее, как это, плакать надо, да, о том, что получается. Да. А, давай перейдем к тому, что вот от финансов, собственно, к Нацбанку. Значит, ну, в общем, как бы, я не знаю, мне, ты знаешь, не вот... хочется сказать нашумело, но, по крайней мере, некую, скажем так, новостной фон был создан определенный тем, что, как бы, вот мне в руки попали несколько, значит, документов. Несколько непонятных документов. Нет, они выложены в твоем ЖЖ. И да, в Фейсбуке, да. Вот. Ну, отсканировал. Красивые. Вот. Да, значит, причем, что интересно, что, значит, буквально на следующий день после того, как это случилось, значит, Белта даже была вынуждена, значит, реагировать. Да, 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 взять типа как бы комментарий у пресс-службы Нацбанка. Вот. И сегодня, значит, даже и пресс-релиз Нацбанка, да, по поводу того, что же, значит, происходит. Это я к чему на самом деле веду, да? То есть я же не хвалюсь тем, что, ой, какой я молодец, да, там, каким-то способом, значит, это все нашел там и опубликовал. Я просто к тому, что, ребята, ну, елки-палки, мы же с вами только что недавно об этом говорили, что хватит уже делать какие-то меры путем спецопераций, да? Ну, чем меньше... Если вы считаете, что кому-то что-то не нужно знать, то любое, значит, отсутствие информации, это на самом деле, как мне лично кажется, это хуже, ну, чем ее наличие. Пустота на информационном поле провоцирует то, что это информационное поле заполняется кем угодно, да, а только... этот кто угодно имеет совершенно другие интересы, чем нежели Нацбанк. Например. Поэтому, естественно, конечно, в интересах Нацбанка самому, конечно, заполнить. Вот. Поэтому, в общем-то, надо было пресс-релиз им, в общем, как бы выпустить тогда же, когда и эти документы письма принимались. Да, да, а это речь идет о 6 декабре, 9 декабре и еще раз 9 декабре. Вот. О чем, собственно, значит, идет речь? Я тогда уже не буду страшные слова, ограничение кредитования. Значит, да, вот Белта как раз написала, Нацбанк рекомендует банкам ограничить кредитование импорта, а пресс-релиз уже, значит, Нацбанка гораздо аккуратнее о мерах по оптимизации банковского кредитования. Ну, и там повышение эффективности использования субъектами хозяйства, значит, кредитных ресурсов. Ну, тут как бы, в общем... Сравнение этих двух заголовков, в общем, как бы лишний раз подтверждает то, что в устах наших официальных органов слово «оптимизация» означает только сокращение. Еще пока я ни разу не встречал, чтобы у нас оптимизацией было что-то там, значит, увеличение и так далее. Вот. А, значит, о чем идет речь, если коротко? Если обращаться даже вот к логике этого самого пресс-релиза, ну и, собственно говоря, в одной из вот эти одной из трех документов, которые попали в руки, это там была еще и пояснительная записка, значит, это пояснительная записка к возможному постановлению правительства на согласование, вот, направленная в Совмин, и, соответственно, там, значит, прилагалась эта самая пояснительная записка. Значит, о чем идет речь? Речь идет о том, что
во-первых, ну, как обычно, Национальный банк озабочен тем, что рост кредита экономики превышает, значит, некие запланированные параметры. И мало того, что запланированные параметры, как мы знаем, это с некоторого времени, первоначально так не было, но с некоторого времени является контрольным параметром, значит, для как раз антикризисного фонда Евразэс, для принятия решений относительно того, как, значит, насколько сдержанной является макроэкономическая политика в стране. Вот. Вот их данные. За 11 месяцев 2013 года, с учетом Банка развития, потому что, как мы знаем, Банк развития в последнее время как минимум уже третье место занимает по значит, активности своей. Да. Вот после, естественно, двух крупнейших банков государственных, значит, рост требований на 29,4%. Значит, в том числе в рублях 21,8%, в инвалюте 27,6%. Значит, то есть речь идет о том, что, значит, как раз-таки именно инвалютное кредитование растет темпами, превышающими даже, в общем, все остальное. Вот. А что такое валютное кредитование? Понятно, что, значит, на что оно как бы выделяется. Это на импорт. Оплата импорта, да, какого? Потребительского, промежуточного, инвестиционного. Вот. То есть это деньги, которые, пафосно можно сказать, утекают из страны. Ну, конечно, утекают, естественно. Вот. Значит, и, соответственно, да, что здесь вот важно иметь в виду? Значит, как раз-таки, да, и помимо всего прочего, еще у нас для отдельных предприятий, как раз-таки вот один из документов, который предлагает, он такой, в общем, арканный, там, внести изменения в письма, там, Нацбанка и так далее. Значит, дело в том, что у нас с некоторого времени в этом году, где-то в самом начале, по-моему, это что-то около марта, было принято решение о том, что, ну, у нас же, в общем, валютное кредитование и так было сильно ограничено по возможности его применения, вот. Но как раз для, скажем, лазейка была сделана для тех вот предприятий, которые, то есть раньше это были те, кто имеют валютную выручку и, соответственно, производят товары на экспорт. Но вот лазеечка, значит, для тех, кто подвергается по процессу модернизации, значит, там не только могли быть не только экспортные, значит, эти самые предприятия. Вот. Так вот, в сущности, как бы по всем вот этим вот пунктам Нацбанк сейчас теми прошелся, или иными способами, да, причем, значит, если, скажем, по кредитованию, значит, валютному, господи, где же это, я потерял эту бумажку. Ну, сейчас все желающие могут зайти в ЖЖ Сергея. Ну, в сущности, да. Значит, речь идет о чем? Что, значит, предприятие, банкам рекомендовано, то есть там так идет, значит, идет речь, значит, приобретение промежуточного импорта, ну, то бишь, это что такое, это сырье главным образом, значит, предприятиям, которые имеют сверхнормативные запасы, значит, нераспроданной продукции, ну, то бишь, тут, в общем, как бы логика понятна. Они производят, как мы понимаем, значит, что-то на склад, что не продается, тем не менее спрос на сырье, которое омертвляется на складах, значит, из-за которой, собственно, валютная выручка не поступает, вообще никакая выручка не поступает. Значит, в общем, тут какая-то логика определенная есть. Вот. Второй момент, значит, это обеспокойство механизмом выдачи гарантий, кредитов под гарантии местных органов власти, что тоже понятно, потому что, в общем, как бы, при том, что этот инструмент на самом деле, ну, откровенно говоря, является не сильно цивилизованным, да, вообще кредиты под гарантии правительства, ну, скажем так, примерно так же активно использовались только где-то в самом начале 90-х, ну, это просто в силу того, когда, знаешь, когда других гарантий, да, и не было. Просто, да, просто других, в общем, способов получить средства не было. И само по себе это, в общем, как бы, ну, странная вещь, да, почему, в общем, как бы коммерческие предприятия, даже пускай они и государственные. А что значит кредит под гарантии местных органов власти? Это значит, что они в каком-то случае обязуются... В каком-то случае их... Да, это будет требование к их бюджету.
То есть, фактически, случае, если, например, предприятие не сможет рассчитаться, да, совершенно верно. Ну, прикольно, кредит. Вот. И получилось так, что в последнее время, понимаешь, там же у нас какой возник момент? Во-первых, мы же начали активно прятать еще и внешнюю задолженность центрального правительства через то, что и у местных органов власти, у исполкомов областных появилась возможность тоже, значит, внешние долги набирать. Но это вроде как вот типа, значит, не там долги центрального правительства. Да. То есть, ну, понятно всем было, что это, в общем, чисто бухгалтерская операция и, как бы, сказать, перекладывание одного кармана в другой мы лучше выглядеть не станем. Вот. Это тоже, в принципе, вещь логичная, но, помимо всего прочего, там есть очень странный пункт, который действительно вызывает очень много вопросов, просто потому, что он сформулирован так, что не очень понятно, как его реализовывать, а именно речь идет о том, что, значит, ограничить выдачу кредитов рекомендовано, значит, на закупку импортного оборудования. Угу. Что такое оборудование? Ага. Нет такого, во-первых, понятия нигде, да, то есть что это может быть, там, будут ли это станки, машины, да, механизмы, либо это все, что может быть основными средствами. Угу. Ну, вероятнее всего, скорее всего, именно расширительное толкование и будет. Значит, через посредников приобретение ограничить. Дело в том, что практически никак по-другому его и не покупают. Вот же в чем дело. Потому что, ну, напрямую, как правило, ты предприятие не сможешь, ну, там, обратиться к производителю просто в силу того, что редко, когда западный производитель торгует напрямую, для этого есть специальные торговые дома и посредники, которые имеют, ну, грубо говоря, они берут много большими партиями и дальше уже начинают заниматься своей собственной торговлей. Предприятие не хочет связываться очень часто с организацией. Объем не очень большой, помимо всего прочего, чаще всего. Uh-huh. Потому что как раз-таки оптовые посредники имеют возможность приобретать довольно крупные партии и дальше уже себя их продавать, понимаешь? Uh-huh. Вот, то есть получается, что это практически ограничение чуть ли не всего, да, через посредников. И плюс, что интересно, банкам рекомендуют ограничить это кредитование, в том числе через лизинговые компании. И потом, и плюс еще вдогонку прибегает еще одно письмо, которое непосредственно уже связанное с договором финансовой аренды и лизинга. То есть в каком контексте здесь возникает лизинг, что это означает? Ограничение ли это на деятельность лизинговых компаний? Или на ограничение банковских операций через них? То есть, ну, в общем, написано как бы очень, скажем так, непонятно, и насколько я знаю, письмо это, в общем, там было видно, кому это письмо, значит, расходилось, да, Ассоциация белорусских банков. Насколько я знаю, они сами там, в общем, в некоторой степени в недоумении относительно того, как же это дело трактовать. Правильно ли я понимаю, что теперь для того, чтобы купить какой-то станок на, например, какой-нибудь ляховический завод, администрация этого завода вынуждена будет искать производителя этого станка где-нибудь, например, в Германии, напрямую договариваться с ним. Понимаешь? То есть для начала учить немецкий. Вообще-то, строго говоря, вопрос не ко мне, конечно. Ну да. Потому что и у меня такие же точно вопросы возникают. Я еще раз говорю, что вот как раз-таки именно этот документ, связанный с ограничением валютного кредитования на закупку оборудования, которое не ясно, что под этим словом понимается, он как раз вызывает больше всего вопросов. Именно к нему нет никакого, значит, пояснительного письма. Вот. А то, что там, значит, через запятую появляется лизинг, не случайно. Угу. Об этом свидетельствует то, что отдельное письмо, значит, еще и посвящено этому самому лизингу. Значит, пытаясь восстанавливать логику Нацбанка, я думаю, что слова «посредники», «сверхнормативные запасы», значит, «гарантии местных органов власти» – это все, ну, как тебе сказать, ну, лукавство. Угу. По той простой причине, что это просто вот нужно было найти повод, к чему придраться.
посредники, ну, это у нас же... Традиционно. Это ты же знаешь, это претензия. Да, то есть, как бы... Исключить посредников. Да, никто плакать не будет, это найдет там хорошее понимание, да, как ты говоришь, именно там. А гарантии местных органов власти, ну, в общем, там тоже можно сказать о том, что они, строго говоря, с их бюджетами там и так не все, в общем, в порядке, да. То есть хватает только на социалку, а все остальное даже там, попробовать дороги построить или отремонтировать, это уже надо ездить, кланяться наверх. Кстати говоря, вот этот самый транспортный налог, который планируется, там его сейчас пытаются так депутатам продать именно как, что половина, значит, средств пойдет вот именно в местные бюджеты, вот именно на эти самые цели дорожного. Депутаты, кстати, тоже хотели очень добиться отдельной статьи. Отдельной статьи вот пока так не получается, есть только обещания. То есть там речь идет о том, что они 50% денег пойдет, значит, в местные бюджеты, но не защищенные, ну, на самом деле, скорее всего, именно на эти цели. Да, так вот, значит, сверхнормативные, ну, то есть запасы на складах, сам знаешь, эта тема на слуху, да? То есть все три вещи, которые, в общем-то, ну, легко сказать о том, что да, действительно, с этим надо бороться. Но суть-то конечная, в словах ограничить валютное кредитование. Вот ради чего все это делается. А поскольку, помимо всего прочего, это мы сейчас сказали только о юридических лицах. Но это не все, что, значит, в последнее время Нацбанк придумал. Значит, проект указа по микрофинансовым организациям. В переводе на нормальный человеческий язык все мы видели в транспорте, метро, да, в метро, вот это вот быстро деньги там, значит, займи нужен только паспорт, да, там и так далее. Ну и в СМИ ты наверняка уже встречал душераздирающие истории выбивания этих там долгов. Да, я только заголовок прочел, не стал лезть внутрь тела. А заголовок был о том, что мне там дали лопату и сказали копать могилу, да. Ух ты, 90-е прям. Абсолютно. Вот. Значит, ну... Но с другой стороны, они, я тебе скажу, офигели. Да, когда читаешь, да. А под 1% в день, да, простите, да, 365% годовых. Это еще нормально, есть за 1000. О, ну ладно. Да. Ну, это все, опять же, смотри, с чем это все связано? Дело в том, что на банки-то уже с этого года наложено ограничение раскрывать полную процентную ставку по кредиту, а для них нет. И там есть масса штрафных санкций, которые ты не знаешь, там есть масса комиссий и прочее-прочее всякой этой белиберды, которые, в общем, не видно. И вот к ним тоже сейчас будут применяться те же самые вещи, ограничения на вот эти штрафные санкции и обязательства по раскрытии процентной ставки и не иметь возможности ограничения в одностороннем порядке эту ставку менять. Это все как бы понятно, это нормально, но тоже ясно для чего. Ведь ясно, что не было бы этих микрофинансовых организаций, не будь спроса на вот эти самые... Да, то есть, иными словами, если бы не было такая вот, ну, что, как сказать, желание компульсивных этих самых покупок. Скажи. И плюс это касалось только микрофинансовых. А есть еще и, значит, ограничения, вводимые на потребительские кредиты обыкновенных банков. Две с 12 декабря, буквально с сегодняшнего дня, при выдаче потребительских кредитов, если процентная ставка превышает две ставки рефинансирования, а это к вопросу о том, что наша ставка рефинансирования, мы много об этом уже говорили, не имеет особого физического смысла, ладно, вот где... Она внезапно сыграла. И, несомненно, если ружье где-то висит, рано или поздно оно выстрелит. Казино, знаешь, ставка сыграла. Да-да-да. Угу. Да, так вот речь идет о чем. Значит, соответственно, если превышает 47% годовых, то, значит, Нацбанк, то есть его логика такая, значит, это уже кредит выданный, скажем, является рискованным. Ну, ставка, по мнению Нацбанка, столь велика, что могут возникнуть теоретические проблемы у заемщика с обслуживанием, погашением этого кредита. Соответственно, раз этот актив считается рискованным, под него предложено банкам, значит, формировать специальный резерв на покрытие этих самых возможных убытков. При этом это, значит, этот специальный резерв, значит, таков, что там 100% от общей суммы задолженности. Ясно. То есть, иными словами, тоже... Одолжил, положи. Значит, нет, чтобы было понятно. Величина такова, что она явно превышает, значит, возможный риск
от потерь банка. Угу. То есть здесь то же самое, в общем-то, тот же самый разговор. Можно что... это назвать заградительными? Конечно. Угу. Так я же еще раз говорю, это тоже та же самая логика, как появляются посредники, как появляются... Значит, гарантии mm-hmm. правительства, как появляются сверхнормативные запасы. Так, так вот и здесь забота о, значит, населении, хотя фактически это запретительная действительно мера для такого рода. А 47% годовых, ну ты сам понимаешь, что это такое, сейчас ресурсы комбанкам в плане, то есть депозитов населения, они стоят... Дороже. Но послушай, это значит, наверное, что ставки по депозитам просто вынужденно пойдут вниз. Они, хотя бы до 47. Они на самом деле-то и пойдут вниз. И, в принципе-то, уже почти у всех банков и пошли вниз. И, как говорят нехорошие люди, скорее всего, именно потому, что их об этом настойчиво попросил Национальный банк, и якобы даже был подписан некий специальный меморандум о взаимопонимании между Нацбанком и коммерческими банками. Хотя Нацбанк отрицает наличие письменной договоренности. Он, правда, ничего не сказал о наличии или отсутствии устной, но вот про письменную отверг. Но слухи усердно ходят о наличии даже меморандума об этом. То есть я, собственно, значит, к чему веду? Вот это сейчас очень важная вещь. Значит, как раз ты видел, наверное, я сегодня в Фейсбуке пытался найти аналогию к, значит, к известной игрушке такой. Ну, к сожалению, нет. Вот у нас в Советском Союзе такой игрушки не было. Да, волк с яйцами был. Да, 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 да. Значит, и поэтому нет английского, нет русского названия для названия английского, которое называется «Whack-a-Mole», да? А я сейчас просто опишу, о чем, значит, идет речь. То есть есть такой вот у игрока молоточек, значит, мягкий, там, ну, деревянный, с резиночками, такие, ну, с, как сказать. Это игра в реальном времени. То есть игрок становится перед таким аппаратом. Либо, да? Это, либо это, значит, портативная такая детская игрушка, либо это даже были такие, помнишь, как эти вот морской бой, большущие mm-hmm. такие ростовые. Вот, соответственно, там дырки. Из которых, из которых постоянно, значит, вылазит, ну, если это моль, то это крот, mm-hmm. да, то есть, грубо говоря, там, забей крота, или как, значит, это можно перевести на русский язык. Охота на крота. Да, и, нет, ну, тут вряд ли охота, потому что твоя задача не вытянуть его, а засунуть обратно в нору. Ну, кому нужен. Да, и смысл заключается в том, что, да, действительно, в реальном времени, как только он вылазит, ты пытаешься его загнать туда внутрь, а он, негодяй такой, значит, вылазит в какой-то другой дырке неожиданно, значит, и ты не знаешь заранее в какой. Значит, я сейчас объясню, к чему эта аналогия. А, значит, вот вообще говоря, то, что сейчас делают наши экономические власти, это вот игра вот, вот в эту игрушку. А, потому что если вам, то есть конечно, эта проблема – это то, что вот есть макро-неравновесие, которое, естественно, прорывается через одну из дырок, значит, какими-то дырки, да? Негативными последствиями. Значит, не решая проблему в сущности, то есть не выведя этого крота, значит, мы пытаемся... до бесконечности стучать, да, да, молотком, да, по столу, но он, да? Но смысл-то в чем? Угу. Что ты видишь некий, скажем... с твоей точки зрения, негативный эффект от вот этой самой неравновесной ситуации. Пытаешься, значит, ее, естественно, ситуативно решить. А как? Поскольку снова, как я уже говорил, ситуация такова, что тебе рыночное решение недоступно по каким-то от тебя независящим, значит, обстоятельствам. Соответственно, ты принимаешь административное решение где-то, значит, что-то подкрутить. Ударить молотком. Да. Ну, то бишь, загнать проблему. Так, чтобы вот, грубо говоря, выглядело так, как будто ее нет. Но поскольку экономика – это ж, в общем, система балансов, да, и нельзя сделать вид, понимаешь? И если проблема существует, она просто найдет себе выход в какую-то другую эту самую дырку. То есть если крот по-прежнему есть, он будет вылазить, причем вылазить в неожиданных зачастую местах, и так можно играться достаточно долго. Угу. И теоретически, в принципе, можно даже, как мы знаем из истории 2011 года, дойти до совершенного, в общем, до маразма в этой ситуации. Значит, почему я вспомнил 2011 год? Да потому что, ну, неужели это... Слушайте, мы снова наступаем на те же самые грабли.
С чего у нас начиналась весна 2011 года? Сначала запрет на анонсирование, авансированные платежи по оплате по импорту, потом ограничение по импорту в виде не выше, значит, 50 тысяч евро, что-то, ну, как бы всем было понятно, что это ерунда, потому что контракты просто можно было разбить там, ну, ясно, что отдельные станки не распилишь, но тем не менее. Вот, то бишь, это все мы уже проходили. Причем аналогия столь как бы, ну, очевидное в том смысле, что начали именно с того же. Начали с ограничения кредитования импорта именно для физических лиц. О, юридических лиц. Да. Для оптовиков. Да. Имеется в виду именно валютное ограничение в данном случае. Почему? Потому что мы же знаем, что как только у нас возникают некие проблемы в экономике, как президент говорил, население это святое, значит, за ним, если такая необходимость возникнет, нужно приходить в самый последний момент. И святое у нас население было вплоть до 20, дай бог памяти, 3 марта, кажется, когда, значит, в общем, когда святыми уже оказались не население, а резервы. Вот, это я все цитирую на самом деле. Тогда была фраза именно так. В декабре была фраза о том, что население это святое, его не трогайте, покупайте 2010 года. В марте 2011, значит, была фраза ЗВР это святое, соответственно, населения уже нет, значит, населению можно эту валюту можно не давать. И даже ты помнишь, что это выше всякой наглости. Вы хотите, значит, в карман Лукашенко залезть, валюту достать, а рубль положить. Это было про население как раз, которое пыталось купить валюту хотя бы для того, чтобы можно было в отпуске где-то, значит, это каким-то образом. Да, это уже лето было. Да. Вот. Точно так же и здесь начинаем, значит, с юридических лиц. Вот. Пока, понятное дело, что до физических, скорее всего, и, может быть, даже и не дойдет. Но это пока разговор. Значит, что... То есть ты видишь что параллель. Нового? А вот что нового? Нет, это конечно, это несомненная, абсолютная параллель. С преддевальвационным каким-то временем. Ну, это последствия одной и той же вещи. Завышенный, реальный, эффективный обменный курс рубля. Все, точка. Это вот тот крот, который начинает вылазить теми разными различными способами. Вот что нового действительно здесь появилось вот в модусе операнди по сравнению с 2011 годом, это то, что здесь речь идет банкам. Вы банки делаете. Рекомендуем банкам ограничить это. То есть теперь, значит, агентами, что ли, исполнения такого рода административных ограничений являются банки. Мне кажется, в нынешней ситуации это совершенно логично, исходя из того, что, как ты помнишь, буквально в прошлой передаче мы освещали пятничное совещание президента, которое было, ну, уже, получается, почти 2 недели назад, там, где он сказал о том, что... Мы договорились, банкиры, включая, естественно, центры банкиров и банкиров, значит, я так понимаю, председателей советов директоров и их заместителей этих самых коммерческих банков, независимо от формы собственности, причем даже не формы собственности, а и того капитала, это белорусский или не белорусский, фраза президента была такая, что вы сюда приходя обещали мне стабильность, вперед выполняется. Значит, вот, я так понимаю, что, воспользовавшись этой, как бы, риторикой, да, на Нацбанк... На пути к стабильности. Да, то есть, вот, ну, я... Именно поэтому я, кстати говоря, допускаю существование меморандума, поскольку президент очертил круг тех, кто, в общем, теперь в одной лодке отвечает, значит, за эту самую нашу стабильность, которая президенту так важна политически, потому что некие мифические оппоненты, значит, ему постоянно... ее как бы там в строку пытаются подорвать. Да. Вот. Смотри, попытаюсь сейчас вот объяснить механизм. То есть, что означает завышенный эффективный реальный обменный курс рубля? Это означает по-простому, что валюта стоит дешевле, чем должна была бы быть. Если товар, которым валюта тоже является, стоит дешевле, чем он должен был бы быть. Это автоматом означает, что желающих его продавать меньше, а желающих его купить больше. Возникает некий дисбаланс спроса и предложения. Значит, вот этот самый дисбаланс спроса и предложения, ну, поскольку Нацбанк-то не может
повлиять на предложение, зато он может повлиять на спрос. Значит, вот это тот самый первый выскочивший крот, который, значит, принимается решение, давайте мы его административно молоточком прибьем. Вот то, с чего мы начали. Окей. Ну, почему еще речь идет о потребительском импорте, это тоже, в общем-то, ведь понятно. При завышенном эффективном курсе эту же валюту импорт становится относительно более привлекательным, чем он должен был бы быть в равновесном состоянии по сравнению с отечественными аналогами, там, с товарами-субститютами. То есть логика такова, что не только сократятся валютные кредиты, но сократится как следствие, ну, да, за отсутствием... Так, вопрос же не в кредитах. Вопрос в конечном счете, ведь кредит идет на что? На покупку некого импорта, промежуточного, инвестиционного, потребительского. Как я уже сказал, вот, собственно, тут отток валюты-то и происходит. Значит, соответственно, с этим оттоком и пытаются бороться. Кредитование и банки – это в данном случае всего лишь инструмент. Еще раз подчеркиваю, наличие вот избыточного оттока валюты является непосредственным следствием того, что, значит, этот курс неравновесен. И как мы теперь уже понимаем, что это все-таки то, что происходило, это не была какая-то паника, которая вот, не может в паническом состоянии население полгода находиться. Это уже стационарный процесс, понимаешь? Это уже новая норма, а не некое, значит, возбужденное состояние, там, после которого наступает некая там депрессия, апатия. Вот. Примерно, теперь вопрос какой? Значит, где вылезет следующий вот крот именно. У меня? Самое интересное другое, ведь это же не первые вещи, которые делает Нацбанк административно сейчас. Ты же вот сказал уже про процентные ставки. Для начала, значит, процентные ставки попросили, значит, на Межбанке коммерческим банкам спустить к той самой величине, которая является... инструментом, ставкой по постоянно доступным двусторонним операциям предоставления ликвидности. Да? Соответственно, вот сейчас это 35%. Два раза по 5 процентных пунктов это снижение за последний месяц случилось. При том, что очевидно, что деньги-то на рынке стоят в действительности дороже. Из-за того, опять же я подчеркиваю, крот, завышенный эффективный обменный курс рубля. Если у тебя нет возможности пустить свободное плавание, этот самый твой рубль окончательно, с тем, чтобы это равновесие установилось. То есть смысл-то ведь очень простой. То, о чем, кстати говоря, уже даже и президент всем рассказывал. Чем больше будете покупать, тем дороже валюта будет. Ну, мы-то видим, что на самом деле этот базовый закон спроса и предложения не работает. Иными словами, рыночный механизм где-то, значит, дает сбой. Да. Вот. Каким образом? Высокими процентными ставками. Как попытаться ограничить спрос на валюту и увеличить спрос на белорусские рубли? Высокие процентные ставки. Окей, нормальная мера, как аспирина там жахнуть, там сбить температуру, если это действительно какая-то там простуда. Но теперь-то мы видим, что это уже не простуда, а это уже какой-то хронический воспалительный бронхит. Процесс происходит. Да? Угу. И теперь становится понятно, что это лекарство имеет большие побочные явления, связанные с тем, что, как я уже говорил, слишком дорогой кредит создает большие проблемы с финансами предприятия, а если еще и пытаться его ограничивать, то это сказывается, значит, вот крот вылазит путем еще и увеличения просроченной задолженности плохими долгами, дебиторской кредиторской задолженности. Ну, кредиторской, да, даже в большей степени, потому что это первичная вещь перед банками. Дебиторская – это речь идет о том, что уже ты предприятия с ними не расплачиваются, их смежники, да, то бишь, ну, они кому-то что-то поставляют, им деньги не приходят. Вот. И тоже, в общем, по понятным причинам. То есть речь идет о том, что начинает вот вылазить везде. И каждый раз мы боремся с тем, где вылазит, понимаешь? Ведь высокие процентные ставки, строго говоря, ведь это же феномен у нас еще идущий с прошлого года, когда примерно вот в аналогичной ситуации, когда был ажиотажный спрос на валюту населением, это октябрь-ноябрь,
Нацбанк точно так же, в общем, как бы повышением процентных ставок, созданием мини-кризиса ликвидности, в общем, заставил... Вытеснил спрос в сегмент кредитов и... депозитов. Нет. Именно. То есть люди стали меньше, так сказать, интересоваться валютой наличной или безналичной вкладами, больше рублевыми вкладами. Так вот, высокая процентная ставка означает, значит, то, что спрос на кредиты, по идее, должен упасть. И он на самом деле, в общем, как я уже говорил, в частном секторе, на который рыночные инструменты влияют, и, в общем, снижался. Для госсектора, ну, как мы знаем, там, в общем, они чаще всего эти кредиты берут все время. Но тут неожиданно вовремя подоспела комплексная модернизация. С возможностью брать кредиты... Именно. Которые фактически из инструмента, как мы уже рассказывали, действительно проведения этой самой модернизации, стало инструментом... Спасение экономики. Да. Практически, если ты рисуешь бизнес-план, по которому ты показываешь, что у тебя будет 60 тысяч долларов выручка на одного работника или даже приближение к ней... А что бизнес-планы были нарисованы, уже опять же признают. Да. Там. Ну, это как раз на этом совещании об этом же и говорилось. Вот. И вот в итоге эта модернизация охватывает там почти 4 тысячи предприятий. И дает отсрочку, по сути. Да? А сейчас? Да. И теперь-то уже выясняется, что уже какая модернизация? Уже тут модернизируйтесь за рубли. Понимаешь? Вот. То есть я просто к тому, что, знаешь, в свое время, вот когда, опять же, не знаю, как это прозвучить, работал в администрации, вот, мне просто повезло, мне удалось попасть на МВФовский курс по макропрограммированию. Это такая, значит, специальная дисциплина, подраздел макроэкономики, которая заточена непосредственно для практиков. То бишь, это не теория, как оно должно было бы работать, а это, скажем так, ну, такая практическая дисциплина, как компоновать вот эти самые вот планы, про которые мы говорим. Ну, и главным образом там все-таки финансовые были вещи, да, то бишь, экзогенными параметрами, внешними, это были вот темпы экономического роста, внешняя конъюнктура там и так далее. А тем, чем мы могли управлять, это вот, собственно, вопросы денежно-кредитной политики, инвестиционная программа, там, бюджет, его дефицит, так далее. Уровень налогов, вот такие вот вещи. Вот. И вот там как раз, то есть совершенно потрясающий был курс в том смысле, что вот, ну, это буквально как у меня глаза открылись, когда в конце у тебя просто образуется вот интегральное представление о том, как же все, черт возьми, там взаимосвязано. Что вот подкручиваешь в одном месте, начинает вылазить в другом месте. И как сделать так, чтобы, ну, в идеале, конечно, хочется, чтобы вообще не было никаких дисбалансов, но так, чтобы вот они хотя бы были минимальными, чтобы нигде ничего не торчало. И вот то, что я сейчас наблюдаю, это просто вот, ну, яркая иллюстрация, значит, вот того, что в этой дисциплине нам рассказывали о том, что вот как вылазит вот, значит, этот крот, если ты пытаешься его заткнуть одну дырку, а вылазит в дырку другую. Еще раз подчеркиваю, конечная, единственная причина заключается в неравновесном курсе рубля. И, кстати говоря, значит, такой вот уже в качестве больше шуточного примера, у меня был в Life Journal был вопрос, когда по итогам прошлой передачи, вот я сегодня уже упомянул, да, как идея Николая Снопкова, и которую подхватил премьер Мясникович, о том, что в попугаях, там, в долларах там, мы выглядим гораздо лучше, да, что если, скажем, сейчас у нас 1,3% в рублях у нас рост ВВП, то в долларах это 10,6%, и, мол, вот как бы тут это все выглядит хорошо. Что, как я уже говорил, означает просто то, что дефлятор ВВП больше, чем изменение номинального курса. Что на самом-то деле, в принципе, позволяет с определенной степенью точности сказать, что как раз-таки вот этот вот дифференциал между 10 и 1, да, 10,5, 11,5, это примерно как раз накопленный дисбаланс в течение этого года. А с учетом того, что МВФ
в первом квартале где-то, ну, опять же, видимо, данные-то у них были на конец прошлого года, они оценивали тогда, значит, завышение реального обменного курса своими там тремя разными методами и получали около 11%. Mm-hmm. Вот примерно мы и получаем те самые 20%, о которых я говорю уже который месяц, что примерно вот на эту величину как бы, ну, наш курс вот, завышен. Да, завышен. Но вот пока все, что происходит, это остается только наблюдать за... За тем, как монетарные власти пытаются этого самого всех вот... кротов загнать под землю. Ну, понимаешь, именно из-за того, что у тебя только один молоток в единицу времени, вот получается, что пролазит это в самых разных других моментах. Значит, ну, просто чтобы, как бы, так сказать, развеять немножко, значит, страхи, да. То есть понятно, что это дежавю 2011 года, но, как я уже сказал, Нацбанк в данном случае себя чувствует существенно лучше. Во-первых, резервы более чем в полтора раза выше. Во-вторых, доля вот этих самых ликвидных ресурсов в иностранной валюте еще больше по сравнению с тем, ну, если раньше они были там почти 2/3, сейчас там меньше, угу, немножко, чем 2/3. Но в любом случае там порядка 3,5 миллиардов долларов. Это более чем в два раза больше, чем полтора, с которыми Нацбанк встретил полной грудью вот валютный кризис 2011 года. То есть получается то, что он прибег к этой, ну, вот, мере, которая как раз-таки вызывает параллели с мерами 2011 года, не означает, что провести параллели можно между двумя ситуациями. Не означает то, что через такое же время наступит такое же. Вылезет такой крот. Да. Особенность как раз... выхватит молоток из рук, да? Особенность как раз кризисов вот заключается в том, что, знаешь, как генералы готовятся к прошлой войне, так и, значит, денежные власти готовятся к прошлому кризису. То есть, ну, теперь-то уже понятно, что что-то каким-то образом, ну, каким-то образом вот эта вот макрокорректировка должна случиться. То есть она, конечно, может произойти кризисным способом, да, если вот мы будем так вот долго, значит, эту, значит, скороварку держать, да, с паром ее просто крышку в конечном счете сорвет. Вот, либо внезапно, не знаю, там что-то случится такое, что, может быть, наконец наши аргументы дойдут до, значит, самого верха, и станет понятно, что все-таки, наверное, лучше это делать управляемым способом. Вот. Но я просто к тому, что ну, сценарий не обязательно будет такой же, и запас сейчас, то есть ситуация, конечно же, по сравнению с 2011 годом, существенно лучше. Да, и что еще вот особенно важно? Ведь у нас же есть два опыта корректировки курса. 2009 и 2011 год. Ну, если не брать, значит, 1999, когда там восьмикратное было в течение года ослабление белорусского рубля, но это все волны дефолта девальвации российской, плюс, конечно же, наша слабость, потому что там она была четырехкратной, у нас она оказалась восьмикратной. Чем дальше от центра, тем, собственно... Да нет, это скорее просто говорило о том, что у нас очень просто неглубокий финансовый сектор, и ударная волна такого же масштаба приводит к гораздо большим разрушениям. Ну, да? Угу. Чем уже, грубо говоря, куда она влетает, тем выше она поднимается. Вот. Ну, я сейчас не об этом. Я вот как раз хочу сказать о 9 и 11. Это в данном случае очень хорошие примеры. Если 9 год можно назвать примером почти идеальным, то 11 это пример абсолютно, вот, ну, скажем, там вот на все грабли, на которые только можно было наступить, и в итоге все случилось там совершенно неуправляемым способом. Обрати внимание, и тогда, и там речь шла фактически о, ну, если брать, скажем, документы МВФ, ведь у нас 9-й год был поддержан как раз программой МВФ, в отличие от 11-го года, да, девальвация, это же уже у нас в 2009-м и до апреля 2010-го работала программа «Стендбай». Соответственно, там уже МВФ тоже рассчитывал, какова же величина этой самой переоценки рубля, и они тоже выходили где-то примерно на эти самые 20%. То есть и там в реальном выражении был примерно такой же величина дисбаланса. Такая же, как примерно и сейчас. Которую у нас Нацбанк называет сейчас стабильностью, и все меры, которые он делает, это меры просто вот сохранения этого самого, вот, скажем так, дисбаланса
в неком обозримом будущем. Вот этот план совместных действий, он ровно на это и настроен. Вот. Ну и почему так происходит, я думаю, что мы уже в прошлой передаче это объяснили. Президенту это стабильностью назвали, теперь как попробуешь прийти и сказать, а нужно... На самом деле стабильность да. не такая уж и стабильность. Да, да, да. Так вот. И при этом, смотри, то есть в реальном выражении, да, завышение было, скорее всего, примерно во всех трех случаях одинаковое. Но какая абсолютная разница была в изменениях номинального курса? Там хватило 20-процентного скачка. Ну, благо тогда, точнее, не благо, а скорее из-за того, что это был курс фиксированным, это можно было сделать ступенькой, там, решением, значит, властей, и все, да? 2011 год, полный хаос, да, была попытка, значит, играть. Математически выверить даже. Да. При этом, как мы знаем, ошиблись, причем существенно ошиблись, да. Вот. Но тут даже вопрос был не в том, что пытались посчитать, а вопрос в том, что играли в знаменитую притчу про черепаху и Ахиллеса, да, значит, пытаясь догнать вот итеративно, а черепаха за это время все убегала дальше и дальше. Вот, и в итоге все просто произошло тем, что вот, ну, пустили на самотек, и затухающее колебание, это на графике даже великолепно было видно, да, помнишь, там на черном рынке был вылет доллара за 10 тысяч, потом 7 тысяч, там 9, 8 ну, да, и 8500, то есть вот постепенно затухающее колебание. Типичный процесс вот такого... значит, катастрофического, когда руками, в общем, ничего не трогали, да, и, в общем, сам потом это, само это равновесие было найдено. Так вот, я к чему веду? Что почему же такая разница в величине номинального, что ли, изменения курса, да? То есть, как мы теперь понимаем, 20% необходимой корректировки в реальном выражении не означает, что, скажем, сделаем мы сейчас там доллар на 20% дороже, и все будет в порядке. Потому что, как мы знаем, существует еще механизм передачи через инфляцию и снова воздействия на курс. Через удорожание импортных комплектующих, соответственно, увеличивается инфляция. А увеличение инфляции автоматически означает снова повышательное давление на реальный эффективный обменный курс, который мы стараемся понизить. И, соответственно, речь идет о том, что, грубо говоря, вот курс изменяется более быстрым темпом, чем инфляция. И когда вот, наконец, эти две кривые, между ними будет 20%, вот это и будет равновесие. При этом, значит, это так, как должно было бы быть. Но мы-то знаем, что еще работают, помимо вот, эти, вот этого механизма транзитивного, который объективен, в том смысле, что через... просто удорожание импортных комплектующих, ты с этим ничего не сделаешь, да, он проходит. Но есть еще механизм субъективный, связанный с тем, что называется forward guidance, или будущими рациональными ожиданиями экономических агентов, которые видят, ага, курс-то растет, и начинают пытаться включать индексацию, ментальную ли, в ценниках ли переписывая их, забивая ли эти, значит, будущие цены правильно, не мнимые, не те, которые еще есть. На конечно, конечно. Заложить риск. Конечно. Иными словами, тут еще тут есть поле для того, что теоретически инфляция может начать гнаться за самой собой девальвацией, девальвация за инфляцией, и этот процесс может теоретически происходить, в общем, достаточно долго. Почему? Хотя, еще раз подчеркиваю, его объективно, в общем, быть не должно. Он должен был где-то бы остановиться. Здесь именно факт, вот, что ли, когда этот процесс становится самоподдерживающимся благодаря тому, что ожидания начинают оказывать влияние на текущую ситуацию. И вот как раз-таки главная задача, я об этом многократно рассказывал, Нацбанка – это управление этими самыми ожиданиями. Его задача как раз вот эту спираль порочную разорвать. Это означает, что ему нужно проводить такую политику с тем, чтобы кроме инфляции структурной, инфляции издержек, подавить источники инфляции, которые могут быть инфляцией монетарной. Ну, пользуясь своими нормальными монетарными методами. Так вот, как раз-таки 2009 год – это пример практически идеальный, когда действительно, в том числе, чуть ли не за руку там МВФ нас вел, вспомни, тогда же были совершенно вещи там непредставимые когда-то, когда бюджет у нас...
в середине года скорректировали в бездефицитный путем перечисления части средств из президентского фонда, из второго того самого бюджета, который существует у нас благодаря третьему вопросу на референдуме 96-го года, о размерах которого не знает никто. То есть непредставимая вещь раньше была, да? И до примерно ноября можно сказать, что просто вели себя идеально, как поймальчики, да? Вот. И поэтому именно получилось, что хватило, в общем-то, этого номинального изменения. Ну, потом уже, понятно, понятно, начались безобразия к выбору, потому что выборный пошел год. 2011 год – это как раз пример того, когда действительно цены гнались за курсом, курс гнался за ценами. Вот. Ну и плюс еще административный маразм сюда тоже, в общем, приложил руку, потому что курс уже готов был зафиксироваться на величине около 6-6,5 тысяч, а в итоге оказалось 8,5. И вот эта разница именно налога на всю экономику, которая наложила неэффективные меры вот, игры вот в эту самую вот «убей крота», да. Угу. Вот. Собственно, я об этом как бы и сказал. Вот меня все время спрашивали, а что же, в общем-то, нужно было бы делать. Я привел пример. То есть сочетать нужно, в общем, теперь две вещи. Отказываться, конечно же, от плавающего курса нельзя, но в то же самое время, то есть нужно так же, как в прошлом году, значит, дать возможность рынку самостоятельно найти равновесие, где этот курс будет, и в то же самое время жесткой денежно-кредитной политикой максимально подавлять инфляцию, которая может зависеть от вот этих самых ожиданий индексации дальнейшего роста курса. Вот, собственно, это, если коротко. В рамках этой логики, в принципе, то, что делает Нацбанк, не выглядит лишним, вот эта мера. То есть сократить спрос на иностранную валюту... Значит, спрос на иностранную валюту. Все правильно. Рынок, значит, быстрее найдет равновесие. Вот, Паша, еще один вопрос. Смотри, как сократить спрос на иностранную валюту? Ну, если спрос превышает предложение, это означает, что валюта станет дороже, спрос будет меньше, а предложение будет больше. Угу. Это сейчас по этой цене купить доллар желающих много, а по цене, которая будет больше, их станет меньше. Это сейчас по этой цене желающих продать может быть мало, а по цене больше их появится больше. И вот тебе и равновесие, и вот тебе ограничение спроса на валюту, в том числе на валютные кредиты. То есть, не нужно это устраивать письмами Нацбанка. Письма Нацбанка – это свидетельство желания сохранить все в том виде, так я же об этом и говорю, есть. Что, ну, не имея возможности решить вопрос рыночно, борется с вот этими вот поверхностными как бы явлениями. То есть избыточный спрос на валюту вследствие неравновесного курса, мы боремся со следствием, вместо с тем, чтобы бороться с самой этой самой причиной. Вот. Ну, собственно говоря, я все-таки правильно поступил, что, значит, Сергей, думаю, не касался значит, вот совещания. Заходить на это совещание президента, потому что иначе это отняло бы у нас львиную долю передачи, которой лучше было как раз посвятить тому, что же у нас происходит в экономике. Тем более, что если кратко резюмировать то, что мы обсуждали до программы об этом совещании, совещание было совсем не о том, чем мы ждали. Я коротко, пожалуй, все же про него скажу, о чем там идет речь. Но с большим количеством других интересных вещей, да? Значит, ну, во-первых, там было два совещания, значит, которое вот коротенькое совещание, маленькое, у президента в кабинете, ну, или встреча, как ее... Доклад. Как назови, да. Значит, доклад премьер-министра Прокоповича. Вице-премьер Прокопович, да. Да, заместитель премьер-министра Петра Прокоповича, президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко. 9 декабря. Значит, там шла речь о модернизации и о развитии малого, среднего бизнеса. Значит, поскольку у нас Прокопович же возглавляет сейчас Совет по развитию предпринимательства, вот, ну, про модернизацию сказано уже огромное количество слов. Значит, ну, и плюс говорилось о том, что нужно, значит, завтра же будет совещание, которое анонсировалось, которое мы сами ждали 10 декабря по каким-то экономическим проблемам, вот. И тут внезапно выясняется, что оно, в общем, совсем не о том, о чем, как бы, предполагалось.
Ведь президент, посещая Борисов Древ, строго наказывал, значит, подготовить ему совещание по модернизации, по модернизации древообработки. Ну, угу. Понятно, что древообработка здесь как модельный пример. И мы даже уже многократно объясняли, почему именно эта отрасль является модельной. Да, но да. Понятно, что у нас же сейчас охвачено модернизацией все, поэтому это, строго говоря, был бы разговор о модернизации всего. Угу. И там вроде как предполагались некие даже возможные кадровые решения в виде там отставок и там, не знаю, даже может посадок. Посадок, да. Да, да, да. По итогу модернизации один абзац. Вот, теперь мы знаем, что как в суде, значит, говорят, что одно наказание поглощает другое, да, значит, есть же новый дедлайн, это первый квартал для 2014 года. Для премьера уже самого, не только для его вице-премьеров профильных, отвечающих и за модернизацию, и за отрасли экономики. Но и для самого премьер-министра тоже. Значит, соответственно, кадровых решений 10-го было бы нелогично ждать, ибо кого тогда отставлять по итогам первого квартала следующего года. Но удивительным оказалось то, что совещание прошло даже не по модернизации, а оно прошло по кадровым вопросам. Для меня, в общем, это не было некой неожиданностью, но то, что оно было еще и по вопросам жилищного строительства, это было для меня совершенно удивительным. Как можно... Ну, то есть, ведь это же не шутка. На минуточку. Это же ведь было прямое поручение президента готовить совещание 10 числа по модернизации. Сам президент возмущается о том, что за фигня с дисциплиной, значит, у наших чиновников. О том, что даже прямые поручения президента не исполняются. И вот фактически он сам нарушает свое же собственное прямое поручение. Народ, который ожидал зрелищ, безмолвствует. Я бы даже сказал так, что из этого почти шестичасового совещания 80% было посвящено строительству. Я даже, честно говоря, не хочу сильно разбирать, о чем там шла речь. Давай не будем. Нет, просто по одной простой причине. Ну, смотри. Это вот доклад президента, который идет, еще он обращается к присутствующим. Значит, в подтверждение слов привел пример деятельности учредителей ООО «Антосам». Украли 900 миллионов. 1 миллиард рублей похитили руководители штаба общественного объединения «Молодежный жилой комплекс». Минисполком не может разобраться с долгостроем завода «Террастройинвест». В Брестской области ООО «Облик». Провалившее строительство. Я не понимаю, это что? Это тема... Для шестичасового совещания? Да? Ну, то есть об этом должен говорить президент? Угу. Очень странно. А совещание-то на минуточку было вовсе не таким, как мы его предполагали. То есть, ну, белый зал администрации, да, значит, где вот этот большой круглый стол, где вот эти стандартно, либо вот этот зал с параллельно двумя столами расположенными, но где обычно... Совещание ведь было во Дворце Независимости. Так вот, я об этом и хочу сказать. То есть, это было не традиционный формат, когда... Когда все друг на друга, значит, смотрят, ну, да? Если, скажем, президент сидит от нас, да, то... С нашей стороны справа находится сторона администрации, слева находится сторона правительства. Ну, а с президентской стороны, соответственно, все наоборот. То есть по правую руку у него, значит... Правительство по правой получается. Да-да-да, и по левую администрация. Вот. То есть тут же, значит, уже даже 9 числа, обращаясь к Прокоповичу, да... Президент говорит о том, что, значит, мы должны проводить совещание, вот, которое планируется, значит, где будут вообще все оказались практически, то есть 250 человек на минуточку. Угу. Это... Что ж это за совещание? Не зря, ну, по древообработке, это, то есть, извиняюсь, по жилищно-строительству это, ну, просто бессмысленно, так, это... Оверкилл, понимаешь, это микроскопом гвозди забивать, да, таким количеством людей, 6 часов, решать вопросы, пускай даже и, ну, не такие частные, которые я упомянул, но и системные. Вот.
И тут-то как раз появляется вот то, о чем мы говорили, отсылка к советским временам. И теперь мы понимаем, что, в общем-то, если проводить прямую аналогию, значит, вот эти съезды всебелорусов раз в 5 лет, приуроченные к президентским выборам, значит, как аналог съезда ЦК КПСС, то и здесь... Это аналогия, которую провел пленум... сам Александр Григорьевич. Да. Там буквально в начале, в самом было сказано, вот смотри, смотри, аналогом пленума Центрального комитета партии. Я же почему говорю, тогда аналогом съезда является вот этот, значит, Всебелорусское собрание. То есть восстанавливается вплоть до даже каких-то... Ну ведь что такое пленум? Это же как раз вот и есть все вот эти, грубо говоря, функционеры без делегатов, ну, как бы съезда, да? Вопрос то бишь аппарат. Насколько формат пленума позволяет решать вопросы? И больше того, президент сказал о том, что минимум раз в полугодие мы должны проводить мероприятия подобного рода. Ну, единственное, что как бы эту аналогию с Советским Союзом ломает, это наличие президентских выборов, да, тогда поста президента не было. Был генеральный секретарь, который, как правило, он же был председатель президиума Верховного Совета, соответственно, это была высшая должность. Вот. Ну и, соответственно, не было послания ежегодного, да, то есть там были доклады на съезде. Ну, в общем-то, не сильно это аналогия, да, значит, удивительная. Так вот, почему я даже в какой-то степени, ну, ожидать, конечно, ожидал, но не так скоро, то, что это совещание будет посвящено кадровым вопросам. Ну, иногда даже в какую-то вот мистическую веришь связь, да, потому что только мы прошлую передачу посвятили ситуации, которая сложилась сейчас с именно... Кадровый тупик, неспособность принять решение в ситуации, когда человек как, именно когда оно нужно, и когда нужно, в принципе, да. Вот, то есть мы оказались сразу в ситуации же тогда, когда нужны решительные действия, а аппарат, то есть люди, которые, собственно, должны эти действия делать, они, в общем, парализованы, как бы... Ну, нежеланием и неспособностью и невозможностью. Ну, способностью-то, может, мы же не можем об этом судить, потому что у них не было, строго говоря, нормальной возможности проявить эти способности. Но просто когда президент говорит о том, что... вот как раз 9-го, принимая, это был, там же был доклад еще премьер-министра Мясниковича, значит, главы администрации Кобякова и Якобсона, председателя КГК. Вот там как раз президент начал говорить о том, что, значит, мы за 20 лет, к сожалению, не выработали систему работы с руководящими кадрами. Все получается наскоком от случая к случаю. Ну, разве это не прямой тезис, просто перекочевавший. Ну, я, конечно, не знаю. Мистическая связь. Конечно, конечно, было бы слишком нагло думать, что между этим какая-то прямая связь есть, но то, что что-то в воздухе разлито, о котором начали говорить мы, о котором стал говорить президент с правительством, видимо, и там уже это ощущается, что, в общем, скорее говорит о том, что мы молодцы, что эту проблему словили в воздухе. Тренд на неделю. Да, вот это на самом деле очень, очень точно. Ну что, на этой хвалебной... Так вот, по поводу... Нет, вот я как раз вот еще по кадрам там чуть-чуть хочу пройтись. Значит, что меня не очень приятно поразило... Вот как раз, когда вот был доклад Мясниковича, Якобсона и Кобякова. Слова президента. «Должен сказать, я внимательно посмотрел эту писанину. Инструкция с восхвалением некой группы Кобякова». Это имеется в виду группа, которая была межведомственная правительственная группа по ситуации в строительстве. «На каждой странице ссылка по 5 раз на работу группы, ее великую результативность, ее советы». Пока здесь сделаем паузу, я следующее предложение процитирую чуть позже. Ну, то есть можно предположить, что ребята, в общем, сделали не слабую работу. И даже, вероятно, очень неплохо ее сделали. Ну, есть на что ссылаться. Да. Казалось бы, твое поручение выполнено.
имеет смысл как бы похвалить. Угу. Ну, то есть, помимо, скажем, негативного подтверждения, то есть наказания за неверные действия, должно же быть и позитивные стимулы какие-то. Угу. Раз уж мы снова возвращаемся к вот этой поведенческой психологии, которую я упомянул в прошлый раз. Тем не менее, я цитирую. Во-первых, это не дело президента одобрять и поддерживать, пусть даже и очень эффективную группу. Угу. А чего ж это тогда дело, интересно? А во-вторых, мы еще посмотрим эффективность ее работы. То есть, да, даже если вы молодцы, а мы еще посмотрим, молодцы ли вы, даже в этом случае я вас хвалю. Я вас не похвалю, да. Я не буду комментировать это. Ну ладно, в принципе, это укладывается в имидж некоего жесткого политика, которым сейчас, наверное, нужно. Ну, а разве быть? Вот с этим в том числе не связана и та ситуация, которая у нас сложилась? С кадрами ты имеешь в виду, понимаешь? Если вот, ну, как я уже... Мы же в прошлой передаче ровно об этом говорили. Если независимо от того, что ты сделал, тебя всегда наказывают... Смысл дергать лапками, абсолютно. Да? Угу. Кстати, я буквально на днях... говорила вот этой вот своей, как бы, этом образе, который был на прошлой передаче, вот как раз оказалось, что это, в общем, для этого есть даже научный термин для этого феномена. И называется он «выученная беспомощность». Ага. В 1967 году Мартином Селигманом, американским психологом, было открыто. Это как раз вот эксперимент, когда, значит, одних собак били током, у них была возможность избежать, нажав кнопку носом, а у других не было. И те, у кого не было, в конечном счете переставали реагировать на... Перестали даже пытаться нажимать и на кнопку. И они лежали... Ложились, а их било, да, током, да, и более того, они не реагировали даже на повышающийся уровень болевого шока. Я просто процитирую, я из Википедии выписал, что такое выученная беспомощность. Состояние, в котором индивидуум не предпринимает попыток к улучшению состояния, либо попыток избегать негативного состояния, когда имеет такую возможность. Характеризуется пассивностью, отказом от действия, нежеланием менять негативную среду, сопровождается потерей чувства свободы и контроля, неверием в собственные силы, подавленностью, депрессией. По-моему, очень все похоже. Да. Вот. Ну и даже не знаю. Я, пожалуй, все-таки вопрос вот кадровый в этой передаче трогать не буду. И вообще в этой экономике на пальцах трогать не буду. Потому что сейчас у меня уже есть возможность анонсировать второй выпуск после пилота, если кто смотрел передачи, в которой я тоже участвую вместе с старшим аналитиком Белорусского института стратегических исследований Денисом Ильинцовым, который как раз и отвечает за значит, политическую составляющую, значит, политологическую составляющую передачи, которая называется «Политэкономика». Соответственно, вот экономика – моя часть, полит – его часть. И я думаю, что как раз там мы с ним уже так, в общем, тезисно обсуждали, о чем имеет смысл говорить, просто пытаясь. Видишь, если я здесь посвятил, там, скажем, больше часа разговору о том, что можно было бы сделать в экономике, то тут вопрос, а что же можно в этой ситуации сделать? И в принципе, я даже готов сказать, что там, помимо, в общем, таких, ну, странных разговоров на тему того, что, ой, а почему же никто не хочет идти, а потом сами же отвечают на этот вопрос, да, потому что ставят неисполнимые задачи, ответственность огромная, а, возможно, рычагов повлиять на ситуацию крайне мало. И при этом, значит, рассказывают о том, что, ну, хотелось бы найти таких людей, которые будут, как же выразился Тозик, по-моему, хотя боюсь соврать, генетически преданные на генетическом уровне, там люди, вот, которые, да, наверное, такие есть, знаешь, как в армии есть те, которые считая своим долгом, там, служение Родины, там, офицерские, там, все эти вещи. Ты знаешь? И неважно, сколько платят. По этому поводу очень хорошо пишет Светлана Алексеевич в своей последней книге «Время секонд-хенд». Она пишет о том, что сейчас люди-то перестали быть идейными, такими идейными, как в советские времена. Сейчас стимул – это деньги,
успешность, да? Ну, кстати говоря, далеко так не... Так, может быть, отсюда-то и тоска вот по советскому времени, по идейным людям, которые... Ну, во-первых, я бы сказал так, что это у нас как бы идейных-то людей, в общем, мало осталось. А если ты посмотришь, скажем, на то, что у нас считают Западом загнивающим, то там как раз у людей есть... Масса мотивирующих вещей, отличных от только материальных. Светлана Александровна-то и пишет про нас. Вот именно. Да? А поскольку она пишет оттуда... Почему отсюда? Она уже живет... Ну, тем не менее, имела возможность сравнить. Тема совершенно вот. Да, так программы. Я к чему? В общем, смотрите на днях. Я к чему? Что, смотри, действительно, вопрос, как бы закидываю желудочку, вопрос идейности, которая утеряна. И, кстати говоря, из... Вот тех вещей, которые, скажем, позитивные были вот в той части, которая касалась именно кадрового вопроса, очевидно, что проблема осознается, и, в общем-то, необходимость кооптации в органы власти управления людей, в общем, как бы не там выросших, а с обладающим опытом откуда-то, из других сфер, в частности, как Кобяков сказал, вот бизнес теперь у нас, в отличие от Советского Союза, как он сказал, теперь есть резерв, пул, что ли, кадров с другим опытом, которого в Советском Союзе не было, если там раньше это был либо комсомольская партийная линия, либо хозяйственная, и все, то теперь есть люди, которые научились, в общем-то, сами строить бизнес и отвечать за людей, которыми они работу предоставляют. Только что-то то есть, вот это... в правительстве не торопится. Абсолютно точно. Mm-hmm. Вот. Ну, это, тем не менее, уже осознание вот этих двух вещей, то, о чем ты сказал, и то, о чем сказал только что я, это уже вещи позитивные, потому что, конечно, осознание уже говорит о том, что хотя бы поиск решений каких-то, значит, продолжается. Ну, что? Таким образом, смотрите на днях продолжение программы «Экономика на пальцах». А будет она 16 числа, я даже готов сказать, 12 часов, так что уже даже время можно и дата известна. Поставить в телефоне... напоминалку. Вот. А на следующей неделе, это я уже начинаю прощаться с нашими сетезрителями и сетеслушателями, на следующей неделе будет последняя передача в этом году, потому что меня уже не будет в стране дальше. Вот, как я себе, хорошо. Да, типа отпуска. Угу. Вот, потому что очень уж тяжелые последние месяцы оказались. Вот, и поэтому, 19 числа это будет итоговая передача, посвященная, в общем, всему, что за этот год было, какие уроки из этого можно было извлечь, какие извлечь не удалось. Вот. И, наверное, все, потому что о том, что ждать от следующего года, лучше делать передачей первой в следующем году. Да, спасибо за внимание, что пробыли с нами практически снова, ровно 2 часа. 2 часа, да. 128-я передача «Экономика на пальцах». Павел Судлов, журналист Европейского радио для Беларуси. И независимый аналитик Сергей Чалый. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.